когда-нибудь задумывалась, что находится там? За границей нашего города. Говорит глава службы безопасности. В целях защиты граждан от страшной эпидемии мы закрыли границы города. In the violence, cause such silence. Who are we mistaking? But you see, it's not me, it's not my family. In your head, they are fighting. Но куда инспекторы увозят зараженных? Может, они где-то их держат? И мой отец еще жив. Ты должна знать, нет никакой эпидемии. Это лишь прикрытие для властей, чтобы забирать людей, обладающих особым даром. И этот дар пробудился в тебе. Я не оставлю своего отца. Я пойду его искать.